В лесах планеты находят приют крошечные хищники с ненасытным аппетитом. Во время охоты некоторые из них обозначают свое присутствие, а другие бесшумно прячутся и выжидают. Они нападают без предупреждения и жалят, причиняя мучительную боль. Это муравьи-бульдоги. Одни не больше ногтя, другие вырастают до 2,5 сантиметров. У них большое тело, длинные лапы и ядовитое жало, поэтому они похожи на ос без крыльев. Такая схожесть с летающим предком не случайна. Муравьи произошли от существ, напоминающих ос, 140 миллионов лет назад. Разрозненные популяции муравьев-бульдогов, почти 90 различных видов, живут припеваючи в Австралии, Тасмании и Новой Каледонии. Они чувствуют себя как дома и в густонаселенных городских районах, и в лесах. Эти сильные муравьи наносят множественные раны, впрыскивая один из самых сильнодействующих ядов в мире насекомых. Убедительное средство устрашения для тех, кто случайно потревожил их гнездо. Для людей, страдающих аллергией на их яд, эти крошечные враги могут стать убийцами. Муравьи-бульдоги также используют свое жало, чтобы достать себе пищу. Эти полагающиеся на себя хищники выискивают насекомых своим острым зрением. Они снова и снова жалят жертву, впрыскивая ей в тело энзимы, атакующие и разрушающие клетки крови. Так они погружают жертву в состояние шока и убивают ее за считанные секунды. Далее муравьи переносят добычу назад к гнезду и делят ее между членами колонии. Доставив еду, муравьи-бульдоги снова отправляются на охоту. Они прочесывают почву в поисках следующей жертвы. Лесная подстилка – это район охоты и для еще одного ядовитого хищника, в 20 раз превосходящего по размеру муравьев-бульдогов. Это самый крупный паук в мире. В диаметре он не меньше мелкой тарелки. Это паукообразное насекомое бывает самой разной окраски, но всегда одного размера. Птицеед Голиаф. Он обитает в северных тропических лесах Южной Америки, от Венесуэлы и французской Гвианы на востоке до Бразилии на юге. Сверхчувствительные волоски, которыми покрыты лапы птицееда Голиафа, улавливают вибрации в воздухе, создаваемые движениями жертвы. Своими ядовитыми зубами, длиной до 2,5 сантиметров, он пронзает тело жертвы и впрыскивает нейротоксичный яд. Это фатальный укус. В своей безопасной норе птицеед Голиаф пожирает добычу. У него нет зубов, чтобы разорвать и прожевать ее. Вместо этого он срыгивает на жертву желудочный сок, разлагающий мягкую ткань и превращающий добычу в жидкость, а затем высасывает тело целиком. После него остаются только кости, кожа и шерсть.
Эти ядовитые зубы, убивающие жертву, достаточно велики, чтобы пронзить кожу человека. Но для людей его яд относительно не токсичен. Укус вызовет легкий дискомфорт, а место вокруг него опухнет на несколько часов. Но жертва умрет только в том случае, если страдает аллергией или если в рану попадет инфекция. В большинстве случаев паук издает серию предупреждающих сигналов до нападения. Он поднимается на задних лапах, демонстрируя свои внушительные размеры. Кроме того, он трет волоски на лапах друг от друга, издавая шипение, которое можно услышать на расстоянии 4-4,5 метров. Когда паук высвобождает эти покрытые шипами волоски, они могут вызвать сильное раздражение кожи. Но у птицееда Голиафа есть несколько природных врагов, в том числе одно очень необычное существо. Хищник с ненасытным аппетитом, который смело нападает на все, что встает на его пути. Это самый крупный представитель своего вида. Его длина может превышать 30 сантиметров. Но, несмотря на размеры, это существо зачастую остается незамеченным. Гигантская скалопендра. Ее плоское тело разделено на более чем 20 отчетливых сегментов, защищенных похожим на броню панцирем, и снабжено парами лап, в том числе парой, впрыскивающей смертельный яд. Мышцы ее тела выдавливают яд из ядовитых желез, закачивают его в ядовитые зубы, а оттуда — в жертву. 9 сегментов гигантской скалопендры имеют небольшие отверстия, называемые дыхальцами, которые позволяют ей дышать. Но из-за такого количества отверстий для дыхания у гигантской скалопендры может наступить обезвоживание, поэтому большую часть жизни она проводит в сырых местах. Например, в тропических и субтропических лесах на севере Южной Америки, на территории от Колумбии на западе и вдоль по побережью до Суринама на востоке. Здесь она прячется под лесной подстилкой и появляется только для охоты. Это хищник с ненасытным аппетитом, созданный для больших скоростей. Выслеживая жертву, гигантская скалопендра искусно передвигается по изменчивой местности. Даже забирается наверх, в листву, где выслеживает зверей, обитающих на деревьях. Например, ящериц. Зачастую она питается мелкими животными, насекомыми и лягушками. Охотиться на них ей удается лучше. Гигантская скалопендра вооружена колючими крючками на задних лапах, которые она использует для защиты от незваных гостей. Но самым грозным оружием гигантской скалопендры являются видоизмененные передние лапы, где расположены острые, как бритва, ядовитые зубы, способные впрыскивать смертоносный яд. Именно они делают гигантскую скалопендру успешным убийцей. Они меньше многих лесных охотников, но также смертельно опасны. 3 смертельно опасных существа появляются из-под земли, чтобы броситься в бой.